Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер, и в этом видео мы будем с вами тюнячить зеркала моего мотоцикла. Дело в том, что, казалось бы, идеальный мотоцикл, но есть кое-что, что в нем я бы хотел поменять. Это зеркала, потому что в зеркала невозможно смотреть. То есть я вижу свои плечи где-то в половину зеркала. Поэтому я купил сегодня специальные проставочки, которые позволяют зеркала немножко расширить в сторону, что, собственно, должно решить проблему. Данные проставки представляют из себя вот подобное изделие. То есть они сделаны из какого-то пластика, сертифицированы, что очень важно для Европы, потому что техосмотр можно будет не пройти. Но с этими девайсами, конечно, проблем никаких не будет, так как у них есть все сопутствующие документы. Стоят эти прокладки 50 евро за две штуки. Ну, комплект, собственно, кому интересно. Фирма-изготовитель SV Tech, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, SV или VS. Ну, в общем, кому надо, нагуглите. Поэтому рекомендую досмотреть видос до конца. Ну, а мы будем сейчас устанавливать. Собственно, сейчас вы видите зеркала, как они установлены до установки вот этих прокладок. Эти прокладки встанут вот таким образом, соответственно, вынесут само зеркало немножко в сторону. Так что давайте приступим к установке. Снимается оно достаточно легко, достаточно всего лишь открутить два винта. Зеркала я ставлю на родные болты. Хотя в комплекте к этой проставке идут свои болты. И завершающий момент. Ставим вот такие вот заглушечки, чтобы не было видно этих блестящих болтов. Так, ребята, давайте вот сейчас я вам покажу. Смотрите, вот как это сейчас с проставкой. И левая сторона мопеда сейчас без проставки. В принципе, выглядит довольно-таки эстетично. Теперь я сейчас сяду непосредственно на мотоцикл и уже посмотрю, насколько оно сейчас будет отличаться. Так. Так. Ну, заметно чувствуется, что здесь я вижу, с левой стороны я вижу всю свою руку, с правой стороны я руку свою не вижу. Но это, опять же, надо будет выехать на дорогу, где хорошо будет просматриваться, потому что сейчас, может быть, просто у меня зеркало немножко отвернуто в другую сторону, поэтому судить сложно. Ну вот, как-то так, ребята, получилось. Конечно, ну, видно, что это вставки, но я не знаю, наверное, будет сейчас лучше. Я надеюсь. Я сейчас выехал немножко на дорогу, так, просто без экипа, без шлема. Встал на дорогу, отрегулировал зеркала, вроде как бы обзорность стала лучше. Но все равно это надо их испробовать, скажем так, в нормальной поездке. Сегодня вечерком, может быть, еще прокачусь. Ну а там, если что, в комментариях отпишусь или в описании под этим роликом конечный результат, что понравилось мне или не понравилось. Ну, во всяком случае, хуже точно не будет. Ну, внешний вид, конечно, это дело привычки, это надо к этому привыкнуть и просто перестать это замечать. Понятное дело, что когда они родные, все смотрится намного интереснее, лучше. Любой тюнинг, он изменяет внешний вид, несомненно. Ну а что теперь? Безопасность превыше всего. Поэтому приходится жертвовать эстетикой немножко.